rocking on the little hood. I don't care what they're saying in the neighborhood, yeah. Customized parts chrome all around with my radio loud, tapping to the sound. Я Андрей Здесенко, учредитель «Харизма Fashion Group». В специальном проекте с HD Fashion представляем Женевский автосалон 2016. Удивительный день. Я сижу в одной из самых дорогих, редких и узнаваемых машин современного времени. Без сомнения, это супер-гипер-кар Pagani. Большая удача посидеть в ней, почувствовать этот запах, этот вкус, этот стиль. Это потрясающий сплав технологий, материалов, опыта, а самое главное – мечты вдохновителя и основателя этой компании – Горацио Pagani. Pagani – уникальная марка. Это знаковый суперкар, однако в Украине этот бренд относится к разряду легенд, практически недосягаемых. Расскажите нам и нашим зрителям, пожалуйста, о вашем шедевре. История бренда Pagani – история о мечте. Мистер Pagani родился в Аргентине почти 60 лет назад. Его отец был пекарем, и он сам тоже был пекарем. Горацио Pagani приехал в Италию, когда ему было 27 лет, и начал работать в компании Lamborghini на небольшой должности, с самого низшего уровня. В течение 8 лет он прошел большой путь и стал одним из главных руководителей по дизайну. Со временем им была основана собственная компания, работающая в этом же направлении. Но настоящей его мечтой было создание своего уникального автомобиля – суперкара Pagani. История Pagani основана на мечте. Это очень важно. Это дает понимание сущности, что такое Pagani. Каждая отдельная деталь не должна быть только функциональной или только красивой, но должна сочетать в себе и то, и другое. Мы позаимствовали этот принцип у творцов эпохи Возрождения. Тогда Леонардо да Винчи впервые в истории человечества изучил анатомию человека и представил ее как объединение искусства и науки. Это один из основных принципов нашей компании. Поговорим об автомобилях Pagani. Линейка ваших автомобилей действительно лимитирована. Мы производим только 40 автомобилей в год. Но ведь желающих приобрести может быть гораздо больше. Почему вы выпускаете так мало? Неужели вы не хотите сделать нас счастливее? Мы создаем наши автомобили вручную. Вот почему. Это не что-то легкодоступное. Производство полностью построено вокруг клиента. Это шедевр. Каждый автомобиль один единственный, созданный на заказ. Именно в этом суть. Представим, что я реальный клиент. Я хочу приобрести этот автомобиль. Нет, вы не можете, потому что все продано. Так как мы семейная компания, мы создаем автомобили в соответствии с пожеланиями клиентов, намеревающихся их приобрести. В иных условиях мы не можем работать. Это действительно напоминает работу ателье по пошиву одежды на заказ. К примеру, этот автомобиль, который мы презентуем сейчас на Женевском автосалоне, называется Aero BC. Он назван в честь хорошего друга мистера Pagani, Бенни Кайла. Он был одним из первых клиентов Pagani. К
кто поверил в успех компании в далеком 1991 году, когда мистер Пагани впервые представил здесь, в Женеве, свой автомобиль. Но все эти автомобили, а мы произвели их 20, уже распроданы. В течение лета мы будем презентовать новую модель – Родстер, и половина тоже уже продана. Спасибо за ваш энтузиазм. Это действительно история о мечте. Энтузиазм, увлеченность тем, что ты делаешь, это очень важно. Не только для вас или для нас, создателей автомобилей, но для любой профессии в мире. Мы желаем вам, нашим украинским телезрителям, увлеченности. Увлеченности жизнью и хорошими автомобилями. И, конечно же, имейте мечту. Развивайте, достигайте ее. Так, как мистер Пагани. Я Андрей Здесенко, специально для HD Fashion в совместном проекте «Женевский автосалон 2016». Da 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 da